Всем привет, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Trip Trap вместе с мышонком Чедом. Итак, давайте вспомним, где мы уже были. Как видно, половина полностью пройдена этой игры. В спортзале мы... Получается, стандартные уровни уже выполнили, головоломки еще нет. Напомню, я один уровень всегда прохожу как бы ознакомительный, вот он. Осталось пройти 19. Ой, у нас же мало ходов, я уже забыл. Так, один ход. Еще парочка. Так, и мне сюда нужно побежать. Прыгай, прыгай. Ай-яй-яй. Фух, успел. Он такой ознакомительный, поэтому он не сложный. А мы идем дальше. Уровень номер 2. У нас есть 7 ходов. Ой-ой-ой. Так, как же здесь быть? Ай. Не взял тот кусочек. А, я сейчас врежусь. Так, 2 хода осталось. Нет. И, как видите, пройдено на 3 звезды. Ну а мы переходим к третьему уровню. Здесь у нас уже котики. Как с ними бороться? Ай-яй-яй, не так с ними бороться. Развернуться. Все-таки нужно не спешить, а подождать, пока котик очень далеко отбежит. Вот где-то вот так вот. Ой, успел. Теперь мне нужно развернуться в другую сторону, да? И побежать вот сюда. Осталось 3 хода. Ой-ой-ой. Все, 2 хода. И теперь могу спокойно бежать в норку. Наконец-то. А то так тяжеловато немного уровень. Это просто с непривычки. Я давненько уже не играл в эту игру. А так, в принципе, все хорошо. Изысканно. Золотые ворота и рекорд счет. Все хорошо. Переходим к четвертому. Ой. Нам здесь даже не дают долго подумать. Это вообще очень сложный уровень. Вдобавок к тому, что если еще... Ходы ограничены. Это, конечно, вообще... Просто жесть. Так, хоть сыр не стухает, и то хорошо. Так, правда, я не помню, как здесь мне обмануть этого котика. Даже не знаю, слушайте. А, вот так вот, скорее всего. Да, мне нужно его обмануть. Все, все, понял. У меня осталось 3 хода, только я ничего не успеваю. Где-то я, значит, ошибся. Один ход. В общем, я никуда не успел. Так, пробую немного по-другому. Сначала я попробую здесь все-таки что-то взять, да? А потом уже пойти дальше. Вот так вот. Ох, успел перепрыгнуть. Соответственно, по встречной побегу и здесь. Вот, смотрите, у меня осталось 5 ходов. Отлично. 4. 3. Даже больше, чем мне нужно. 2. Нет, теперь 4 звезды. Нет, только 3, к сожалению. Иду дальше. Ой-ой-ой. А это сложно, да? Здесь нужно успеть, получается, пока... Ага, как же мне здесь нужно успеть? Я ведь не в ту сторону, которую нужно бегу. Получается, здесь мне нужно развернуться. Вот так вот. Ай! Блин!
Уже ж победа была так близко. То есть тут вообще не сложно. Вот смотрите, разворачиваюсь. Бегу, беру сыр. И прыгаю в норку. Все. То есть уровень очень и очень легкий. Это был пятый. Я помню, начинается сложности, когда там сыр пропадает. Там уровня с 10 или когда, да? Так, здесь мне получается... Нужно развернуться. Быстрее. Отлично, в другую сторону я побежал. Хотя что же отличного, я здесь все сделал, по-моему, неправильно. Ой-ой-ой. Теперь я ведь ничего не успею, потому что у меня коты сидят. Надо начинать сначала. Сначала нужно сверху там все побрать, да? Вот так вот. Теперь здесь. Отлично. А та стрелочка мне даже не понадобилась, смотрите. Я думал, что она обязательно нужна. Все без стрелочки. Так, седьмой уровень. Ой-ой-ой. Не очень мои любимые уровни. Так, вот теперь мне нужно как-то... Давай. Вот, отлично. Нет. Фух. Конечно, было очень и очень опасно. Так, а что здесь? Здесь мне нужно... Даже не знаю, что мне здесь нужно. Ай-яй-яй, меня сейчас догонят. Нет, не догонят. Вот, я успел развернуться. Ай, в норку. Зачем я в норку? Так, вот раз. Два. Тут нужно просто подгадать, чтобы вот так вот сделать. А теперь уже особо не важно, да? Оп. И я в норке. И это был восьмой уровень. Так, я разыгрался, чет разыгрался. О, хотя это сложный уровень. Здесь разыгрался, не разыгрался. Ой, а зачем же я так бежал срочно? Быстро прям... Так, мне нужно снизу по-любому взять сыр, да? И как-то тоже развернуться нужно. Ага, развернуться мне, скорее всего, нужно вот здесь. Ай, там же норка! Может, сначала нужно так все-таки сделать. Так, осталось 4 хода. А, вот, все, один ход. И я его прошел. Здорово. Так, ой, блин, за миссия, где сыр протухает. Ой-ой-ой. Блин. Нет, я не знаю, как здесь быть. Ага, не так точно. Так, мне все-таки нужно подождать, пока этот котик... Нет, не так нужно было делать. А, не успеваю. Так, сначала вот этот сыр пропадает. Мне нужно к нему. Ай-яй-яй-яй, не так. Так, вот я беру один сыр.
Вот второй. И теперь беру третий. То есть здесь, в принципе, запас по времени был. И все. Половина спортзала пройдена. Ой, блин, он уже пропадает, а я жду. Сначала. Как же быть здесь, слушайте. Ага, вот так нужно было. Опа. Ай, понял. Так, 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 вот быстрее. Еще быстрее, 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 быстрее. О, все, здорово. А интересно, сколько у меня ходов еще? Ага, два хода. И я успеваю, отлично. Это было не очень тяжело, если думаться. Идем дальше. Так, хоть... Ой, блин, он пропадает. Я просто пока вместе посмотрю, какой первый пропадает. Дальше какой второй. Ага. Ой. Так, этот первый. Этот второй. Фу, блин, не туда. Первый. Второй. А здесь можно теперь расслабиться и подумать, как лучше дальше действовать. Три хода. Вот. Вот так. Здорово. Все, супер. Ой-ой-ой. Ага, не так. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Опа. Все, сыр я весь взял. Теперь как мне пройти дальше? Четыре хода у меня. Вот так. И в норку. Супер. И это был 13 уровень. Ой-ой-ой, нет. Ай, не успел чуть-чуть. Обидно. Опа, это было здорово. И опять успел. Хорошо. И теперь мне нужно вот... Не успел. Так, два хода, слушайте. Теперь мне нужно как-то угадать вообще почти идеально. Вот, все, угадал. Изысканно. Ох, наконец-то теперь сыр не пропадает. Но не очень мной любимые задания. С этими вот падающими штуками, да? Отлично. В принципе... пожалуйста. Вот, хорошо. Хорошо. Теперь мне больше с ними не нужно сталкиваться. Мне нужно вот так все сделать. Тем более у меня есть три хода. Видите, я могу здесь развернуться, чтобы не идти туда уже вверх. И один ход, все. Норка. Осталось всего 5 уровней. Как-то сегодня игра идет хорошо. Я помню, прошлый обзор записывал, наверное, целый час, если не больше. Сегодня как-то покаместь. Все хорошо. Главное. Ай, блин. Опа. Так, вообще супер. Ага, только здесь теперь получается я развернусь и побегу в норку. Отлично. Все равно быстрее, чем в прошлый раз пришлось. Я здесь, наверное, минут 10 на этой миссии сидел. Не помню, просто уже давно было, но где-то так. Ой-ой-ой, а вот это, конечно, вообще.
Ой. Риторический вопрос. О! Во! Наконец-то я его прошел. И это был 17 уровень, осталось, как говорится, финальные 3 уровня. Бронза, серебро и золото. Опа! Развернулся. А-а-а! В конце уже. Блин. Так. Все. Это было, в принципе, очень и очень легко. Я сам удивляюсь. По идее, эти уровни должны быть намного сложнее, чем стандартные. Но у меня как-то... Или сегодня настроение хорошее. Или просто мой день. Но не сейчас, как говорится. Блин. Так, как бы здесь мне быть? Ай, ну я ж почти пробегал. Почему так мало ходов? О, во-во-во-во-во, это оно. Было тяжело, но я все-таки это сделал. Итак, последняя миссия, или последний уровень. О, за мной уже гонятся. Так, я, скорее всего, здесь разворачиваюсь, бегу обратно, да? Я, правда, не помню, как это... Ай, неправильно сделал. Спешишь-то. Ну, нужно быстрее и... Вот, вот, все, теперь оно. Теперь я спокойно бегу в норку. И новое достижение. Фитнес рум пройден полностью. Видите, обычный и Golden Fitness Room вот вверху пишется в аккаунте. То есть стандартные уровни все пройдены. И головоломка вся пройдена. Вот так вот. Спортзал пройден полностью. Впереди у нас гараж. И игротека уже, кстати, доступна. Так что у нас осталось где-то 4 подхода в игре Trip Trap. Ну а на сегодня будем с вами прощаться. Если вам понравилось наше прохождение, то поддерживайте его своими лайками и комментариями. Не забывайте подписываться для того, чтобы не пропускать наши новинки. И делиться с друзьями, вдруг кому-нибудь еще захочется посмотреть наши видео. Очень скоро следующая серия игры Trip Trap, поэтому оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока, до новых встреч!